преддверии 75-летия Победы в России заработала «Дорога памяти». Это сайт, где любой желающий может поделиться информацией о своем родственнике-фронтовике или труженике тыла, а также найти хоть что-то о прародителях в открытой базе офицерского состава. В каждом регионе организовано один или несколько пунктов приема оцифровки документов. В Ульяновске добавить историю героя в общую галерею помогут в областном государственном архиве. На портале предполагается личный кабинет, и можно даже воссоздать историю своей семьи. То есть этот портал постоянно будет дополняться. И история вот вашей семьи, она, как говорится, будет... Не только вы будете гордиться и знать вот о вашем герое, но и вся страна тоже может смотреть и гордиться, и читать, узнать информацию о защитниках Отечества, наших земляках. «Дорогу памяти» – это одна из акций, которая объединяет всех жителей России. В Ульяновской области более 300 тысяч ульяновцев, наших отцов и дедов, ушли воевать с фашизмом. К сожалению, не все вернулись с полей сражений. Более 150 тысяч только могли вернуться с войны. И из них более 160 человек высшую награду получили — звезду Героя Советского Союза. Сбором фронтовых треугольников, фотографий и иных материалов, связанных с Великой Отечественной войной, в областном архиве начали заниматься в 1985 году. С того времени накопилось больше 2000 личных дел. Правда, все на бумагах. Новая техника и правила, которые диктуют время, дают возможность перевести все в цифру. На сайт уже загружено 500 000 материалов. В пунктах приема оцифровывают все – фотографии, письма, награды. Вся процедура от подачи документов до появления фамилии героя войны на сайте занимает 2 дня. Лидия Хакимова присоединилась к проекту, чтобы рассказать о подвигах отца. Федор Федорович Саланов – уроженец Сурского района. Ушел на фронт на второй день, как объявили о начале войны. Участвовал в освобождении Сталинграда, в Курской битве, дошел до Праги. Удостоился 2 орденов Красной Звезды. Домой вернулся 1 октября 1945 года. Умер в 62 года. Приняла участие в этой акции. То, что нам хочется, чтобы о наших родителях помнили. Как говорится, они нам подарили счастье, радость, свободу, всю жизнь, вот какой мы сейчас живем, благополучную, хорошую. Это благодаря им утратному труду. Экспонаты уникальной мультимедийной галереи «Дорога памяти» в последующем украсит главный храм Вооруженных сил России, который строится к памятной дате в парке «Патриот» в Подмосковье. Рената Льгулова, Руслан Баталов, новости Ул.Правды ТВ.